Всем привет! Меня зовут Люба, мне 32 года, я из города Улан-Удэ. С каналом Heavy Metal Jeep я знакома уже чуть больше года. И в первую очередь хотела выразить огромную благодарность Егору за его видео и статьи о грыжах и протрузиях. Дело в том, что меня очень долгое время мучили боли в грудном отделе позвоночника. Но посмотрев видео про специальную гимнастику Егора и ежедневно выполняя два комплекса упражнений утром и вечером, я буквально через месяц избавилась от боли в спине. Посмотрев большую часть видео и изучив статьи Егора, я решила укрепить не только свою спину, но и привести в тонус все тело. В течение года я занималась дома, осваивала технику базовых упражнений и лишь совсем недавно решила посещать тренажерный зал. И сегодня хочу показать вам одну из своих тренировок. После суставной разминки я разогреваюсь на эллипсе или чаще всего выполняя гормоновыбрасывающие упражнения, выпрыгивание с низкого седа 3 подхода по 10 раз. Затем я разминаюсь в грибном тренажере 10 минут. И, конечно же, обязательно выполняю экстензии. 4 подхода по 15 раз. Первый подход без веса, второй и третий с 5 килограммами, и в четвертом беру 10 килограмм. Первое базовое упражнение – приседания. Сначала я выполняю 2 разминочных подхода с пустым грифом по 6-8 повторений, затем 3 рабочих подхода по 12-15 повторений, в которых постепенно наращиваю вес. Второе базовое упражнение – румынская тяга. Также выполняю 2 разминочных и 3 рабочих подхода с максимальным весом 30 кг. Далее перехожу на русский наклон. 3 подхода по 7-8 повторений, но перед этим выполняю 2 разминочных подхода в тренажере. Очень нравится данное упражнение, так как в нем я чувствую, как включается в работу вся задняя поверхность бедра, а также икроножные мышцы. Затем подтягивание в гравитроне. 3 подхода по 15 раз, пока выполняю с половиной собственного веса. Ну и в конце тренировки, конечно же, обязательно гиперэкстензия.
Еще раз хочу сказать Егору большое спасибо за его труд и за то, что делитесь с нами полезной информацией и опытом, чтобы мы как можно меньше совершали ошибок на пути к своим целям. Всем желаю здорового, крепкого и сильного тела. Спасибо за просмотр и до встречи в тренажерном зале.